Приветствую всех! В пятницу завершилась еще одна благотворительная лотерея. В субботу я должна была сделать розыгрыш, но на выходных я не так, как надо себя чувствовала. И сегодня я проведу розыгрыш данной лотереи, где призом станет вот такое вот замечательное украшение, колье из жемчуга Майорка. А тиражная комиссия будет генератор случайных чисел. И мы узнаем, кто станет победителем. Условия участия лотереи я выкладывала в группах на Фейсбуке и в Одноклассниках. Если вы еще не состоите в моих группах, я оставлю ссылки в описании под видео. И вы сможете перейти по ссылочке, вступить в группу, ознакомиться с информацией и участвовать в таких лотереях. Также хочу поблагодарить всех, кто участвовал в лотерее, кто помогал материально и помогает по своим возможностям, кто делится информацией, ставит лайки. Поверьте, для меня это просто огромная помощь и поддержка. Спасибо вам большое, просто от души вас всех благодарю. Я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел». В этой лотерее у нас было продано 70 билетиков. И я выставляю диапазон случайных чисел от 1 до 70. Нажимаю «Сгенерировать числа». И у нас выпадает число 70, то есть номер билетика 70. И перехожу на ссылочку в группу, где у нас написано, кто какие билетики выкупил. У нас было 3 участника, и номер 70 у нас обладатель Анна Андреевна. Поздравляю вас с выигрышем, вы стали победителем. Спасибо большое за участие, с победой вас! Желаю вам крепкого здоровья, вам и вашим близким, счастья, любви большой, крепкой и благополучия. У нас стартует новая благотворительная лотерея, где призом будет одна из моих работ. Так что, кто не успел поучаствовать в этой лотерее, вы сможете поучаствовать уже в новой завтрашней лотерее, где условия участия я выложу в группах на Фейсбуке и в Одноклассниках. Так что переходите по ссылочкам и участвуйте в лотереях. Еще раз всех искренне благодарю. Тепла, любви вам и, главное, крепкого здоровья. Счастья вам и родным, близким людям. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.